Всем привет, с вами Анастасия на канале Еда на любой вкус. Сегодня приготовим простой домашний пирог из клубники. Его можно есть, не промазывая кремом. Тесто влажное, вкусное и ароматное. Этот рецепт на скорую руку, готовится все проще простого. Клубнику промытую измельчаем в пюре. Добавляем яйца, соль, сахар и растительное масло. Перебиваем до однородности тем же блендером. Отдельно смешиваем муку с содой и добавим к полученной массе несколько этапов. Тесто не должно быть густым. Количество муки может немного отличаться. Смотрите по тесту. Когда сода начнет вступать в реакцию с клубникой, то тесто заметно становится воздушнее. Долго не перемешиваем, чтобы не пропали пузырьки. Перекладываем тесто в форму, используя размером 20 на 30, и отправляем в разогретую духовку. Печем пирог при 180 градусах 30-35 минут. Готовому пирогу даем немножко остыть в форме, но чтобы промазать кремом, он должен полностью остыть. Крем можете выбрать абсолютно любой, можете просто смешать сметану с сахаром. Я использую клубничный курд, который мы готовили в прошлом видео. Ссылку найдете также в описании. И угрожаем готовый пирог на свое усмотрение. Все очень просто, по-домашнему и вкусно. Сочетание влажного теста с сочным ароматным кремом просто безупречное. Готовьте с удовольствием. Ставьте нравится, если вам по вкусу такой рецепт. Не забывайте делиться с друзьями. Жду ваших комментариев. До новых видео. Пока!